Смотрите, что я нашла. А то вдруг дождь, чтобы вот это как красота! Огромный, огромный груздь. Вот они, вот они. Ой, долезь бы. Вот, друзья. Красавчики, вот он один. Ух. И вон еще. Вот. Ой, вон еще. Ага. Тоже. Забирай. Эмоции, конечно. Я 1000 лет не ходила за грибами. Нож не потерять. Вот еще. Ну, красота же. Ну, красота же. И 10 минут не прошло, у меня уже ведро полное. Но они красавцы, конечно. Просто огромные. Посмотрите. Супер. Друзья мои, я в восторге. Я в восторге. Супер вообще. Красота. Ходить за грибами — красота. Вот белый. Ой, сказочный, сказочный просто. Смотрите. Ой, мои красавчики. Напоминает. Смотрите, сколько их. Так, нужно не потерять. Где-то тут еще. Красота? Сейчас. Стой. Друзья мои, это сказка. Это непередаваемые эмоции. Вот. Класс. Маленький. Ух ты. Видишь, хороший вроде. Хороший. Нет. Угу. Ну, здесь смотрю сейчас. Класс.
Вот. Вот. Давай. Какой красавец, да? Угу. Сейчас я посмотрю. О, а еще. Блин, какие они красивые. Ой, смотри, мох. Может, не надо такой брать? Он только начал. Мошку срежу. У Евгения спроси. Может, такой не надо, Миш? Евгений, а если чуть мох на нем пошел? А где ты? Вот, подожди. А ты покажи, где ты срезал. Ну, я вот тут срезал. И это ничего, это нормально все. А вон остальные на них мох. Ну, ты срежешь. Вот так, если утираешь, он не гнилой, вот, Миш. О, видишь, он не гнилой. Ничего страшного. Ух ты! А ты чего там был, да? Там был, да, я забрал. Вон под деревом вижу еще. Где? Вон. Вон там. Без очков не вижу. Счастью нет предела. Посмотрите, только посмотрите. Это вообще... На, возьми его, я покрасуюсь. Глянь. Вот это да. Вот это да. У меня сейчас я положу. Ну я думаю, сейчас Покажи. Еще два месяца заедем. Покажи. Наверное, я не знаю, как хотите, лом. Вот эти будете неделю перерабатывать. Им возьми, знаешь, как, Миш? Чистить мы. Угу. Я не чищу. Мне мать. Да, так, не понятно. Но выглядит он не очень. Съедобно, да? Что, он как-то не очень съедобно выглядит. И не нужен не старый, нужен. Миш. Ну, старый. Там можно жарить. Красота. А мне уже жарко. Жарко прям. Но впечатление вообще. Я в восторге. Работы мне, но работа приятная. Работа приятная. Хорошо, дождя нету. Лес, грибы, сказка. Просто сказка. Смотрите. Вот это красавец. Чё, а? Чё? Вот, смотрите. Ух ты, красавчик! А ну, вниз, вот вниз. Вот это красавчик! Ага. Белопольский, дай? Ага. Может, заберешь, Жень, на жарёвку? Нам хватит. Я? Да. Миш. Нам... Не вариант, ты не знаешь. Вот. Ещё есть? Бери. Забирай, Жень. А? Забирай. Не могу. Идите, идите, ловите. Ох, вот нет, это нет, да! Ух ты ж! Не буду мешать.
это. Ее называется. Ну, они реально тяжелые. Вон там еще есть. Ой, класс. Да ко мне положи. Ну, вот этот как из сказки. Как вот в сказках грибы. Вообще. Кайф. Друзья мои, посмотрите на эту красоту. Просто невероятно. Ну, видишь, шесть есть. Я в восторге. Таких смотрите, полов. Смотрите, это ж просто, я не знаю, как из сказки. Да? Ага. Вообще божественно, просто божественно. Какие они огромные, у меня глаза разбегаются. Вот наши добро. Короче, могу выхожу, не знаю, вот, 1000 рублей. Посмотрите. Это вообще... А мне это не интересно. Сказочные, сказочные не грибы. За рыбой, а на рыбалку. Да, да. За рыбой в магазин. Я грузди. Я говорю, все дело не в этом. Посмотрите, какой он огромный. Это удовольствие. Это отдых. Мы это... Класс. Каждый вечер меняй воду. 3-4 дня. Потом промываешь хорошо, режешь. Рецепт я тебе скажу. Угу. Только это. А, да, мать мне. Они быстро пишут. Я пугой. Я не развиваюсь. Мне не интересно. Набрали. Чистить, конечно, ну и ладно. Это приятная работа. Все, едем домой. Муж сказал, достаточно грибов. Достаточно.